сейчас будет все еще лучше. Небо красивое, да, друзья? Что за сопли? Это смузи. Мы только что сопли выпили, это было манго. Это смузи. Манго, маракуйя. Что за сопли в стакане? Отвечай на вопросы, спрашивайте. Друзья, приходите ко мне и спрашивайте. Хочешь смузи, Антон? Я только что выпил смузи. Целый стакан, Вик. Попробуй такой. Я же тебе говорю, хватит мне уже жрать. Я ем и ем, ем и ем, ем и ем. Кстати, меня пасует все. Смотри, сколько машин. Привет, привет из Омска, привет. Когда свадьба? Я вас через обожаю, спасибо. Две недели. Вы где? Мы во внуково, блядь, девочки. Вот, Антон на все вопросы отвечает. Мы во внуково. А свадьба будет? Не мятный. Какой этот цвет, как называется? Мятный. Мятный разве? Да ладно. Тиффани. Бирюза. Не знаю почему, но я люблю это место. Внуково Outlet Village. Уже третий год здесь подряд. Летом. Может быть, потому что мы живем рядом, Антон? Логично. И больше некуда здесь уйти. Да, ну нет, почему? Ментол. Апатит, это что такое? Город, да? Привет, Апатит. Приветствую. Время позднее, а вы кушаете. Для нас это еще не позднее. Мы можем в час ночи поесть, друзья. Что вы там делаете? Мы гуляли по магазину. Почему ты не отвечаешь? Спрашивайте, отвечаю на все. В Москве, да, тепло. Видите, в шортах сижу. Второй день тепло. Меня зовут Ирина, я из Сибири, но живу. Что неожиданно, что вы вместе на приходите. Как вы познакомились с Викой? На годовщине моей свадьбы. Так и познакомились. Погода хорошая у вас. Да, хорошая. Что ты будешь есть? Друзья, честно, ничего не буду. Я уже устал от еды. Мы вчера с Викой гуляли. Я говорю, тошнит от еды уже, не знаю, что хочешь. Сегодня я с утра приготовил рыбу с рисом. Мы покушали ее. И все, я сейчас выпил воды очень много, потом этот свежевыжатый из манго фреш, больше не хочу есть. Давайте в Крым, нет, не игнорь про сына, очень но интересно. Будет. Сын не будет на свадьбе, друзья. Вика будет брать твою фамилию, это вам нужно спросить у Вики. Возьмет, возьмет, не возьмет, не возьмет. Кто будет свидетелем на свадьбе? Не знаю. Я еще не подумал на самом деле. Лучше на кефире взяла. Приезжайте в Омск. Приедем обязательно, друзья. Зачем показывать машину? А что мне вам показывать? Сюда. Привет с Барнаула, привет. Почему сына не будет? Ну, я считаю, это странно будет. Зачем? А на годовщине с Викой с другой познакомишься. Говорят. Что говорят? А на годовщине с Викой с другой познакомишься. Чушь говорят. Красавчик, Антон, передай привет Ермеку. А мы просто не будем отмечать годовщину и все. Вика сама пошутила, сама посмеялась. А чё? Но на нашей годовщине не будет левых пчелок. Подожди, у меня какая-то штука здесь. А, не будет. Привет из Алтайского края. Привет. Красивая пара. Вика возьмет фамилию. Вопрос. Конечно, вопрос да вечера. Возьмет. Возьмет, возьмет, не возьмет, не возьмет, друзья. Про мальчишника расскажи, меня спрашивают. Никакого мальчишника не будет. Мы решили, что у нас ни девичника, ни мальчишника не будет. А то дело до свадьбы не дойдет. Потеряемся в жизни девичника с мальчишником. Рад за вас. Ладно, друзья, давайте позже увидимся, наверное. Будем на связи с вами.